Каждый раз организаторы конкурса красоты «Мисс НПТИ» придумывают неповторимое шоу. В прошлом году конкурсантки показывали образы женщин-воительниц. В этот раз студентки Мирнинского политеха рассказали об успехах и неудачах великих модельеров. Это очень интересно. Мир моды. Мир моды, история моды, и законодатели этой моды, и те люди, которые стояли у истоков. Вот это вот все должно стать частью, значит, жизни наших студентов. Это их развивает. За титул «Мисс НПТИ» боролись 10 девушек. После 5 этапов корона победительницы украсила голову студентки первого курса Марии Ивановой. Девушка признается, что без волнения не обошлось. Разумеется, я очень сильно волновалась, и даже не ожидала того, что я выиграю, так как, ну, когда я оставалась последняя, я думала, господи, нет, не может быть. Я до последнего не могла поверить то, что я осталась последней, и то, что я победила. Звание первой вице-мисс досталось Марии Редько, а второй вице-мисс Марии Ермолаевой. Ровно через год самые красивые и уверенные девушки Мирнинского политехнического института соберутся вновь, и мы узнаем имя королевы красоты 2019. Анна Винокурова, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».